tried to tell me that I couldn't have it all. If I was gonna rise, that I was gonna fall. But I know they don't know me, they're wrong. They try to stop me from going all the way, but no one's got the right to say that I can't and I won't, 'cause I'm still going. Привет, меня зовут Лена Примешова, и сегодня мы в команде, в большой достаточно команде, во главе с фотографом Катей Бугровой, с визажистом Олей Петровой, снимаем серию портретов, достаточно интересных, возможно, в какой-то мере интригующих. И, в принципе, в стиле и в одежде нам помогли, очень хорошо помогли молодые дизайнеры Алена Цыбух и Саша Курганский, которые предоставили достаточно неординарные наряды. Вообще, мне кажется, для того, чтобы образ девушек был, ну, завершенным, все-таки необходимо уделить внимание рукам. Вот. И, как правило, если уж это вечеринка, то я думаю, что очень многие девушки все-таки следят за руками, вот, и хотят всячески выделиться. Мы снимаем очень интересную историю. Основная идея заключается в симуляции людей во время и практически под конец вечеринки. То есть мы снимаем крупные бьюти. Наша задача сделать девушек красивыми, но слегка потрепанными, будто они очень активно погуляли ночь в клубе, либо пели караоке. У них могут быть остатки блесток в волосах, на лице, подтекшая тушь, размазанная помада. Просто это не должно уходить немножечко в трэш, должно быть все-таки в жанре бьюти. Я как раз специализируюсь на этом жанре, поэтому надеюсь, что получится без проблем. But no one's got the right to say that I can't and I won't, 'cause I'm still going strong, so strong. I wanna live in this and that. No, I ain't gonna stop until I'm exactly where I wanna be, where I wanna be. I wanna live in this and that. I'll take everything until подпишитесь на канал Fashion One на youtube.com и смотрите нас, когда вам удобно.